2-2. За первую неделю операции против так называемого исламского государства российскими военными уничтожено 112 объектов экстремистов, в том числе 19 управления, 12 складов с боеприпасами, 6 заводов и мастерских по производству взрывчатки. Сегодня же работу российской авиации в Сирии поддержали и военные моряки с флотилии на Каспийском море. 4 ракетных корабля произвели 26 пусков крылатых ракет морского базирования калибра по 11 целям. По данным объективного контроля, все цели были уничтожены, гражданские объекты не пострадали. Результаты удара подтвердили высокую эффективность ракет на больших расстояниях, почти 1500 километров. Мы знаем, насколько сложны операции подобного рода, антитеррористические. И, конечно, подводить итоги еще рано, но то, что сделано до сих пор, безусловно, заслуживает высокой положительной оценки. И работа Министерства обороны в целом, и работа специалистов Генерального штаба, и тех наших офицеров, военнослужащих, которые действуют на месте. Конечно, особой благодарности заслуживают летчики, которые работают в Сирии. И, как показала практика применения высокоточного оружия, моряки Каспийской флотилии. То, что мы провели эти стрельбы из акватории Каспийского моря на расстояние около 1500 километров высокоточным оружием и поразили все намеченные цели, это, конечно, говорит о хорошей подготовке и предприятии оборонно-промышленного комплекса, и хорошие выучки личного состава. Ракета «Калибр», о применении которой доложил министр обороны, впервые применяется не по учебным целям. На вооружение флота она поступила только в 2012 году и считается одной из самых точных и совершенных в мире, превосходя по своим параметрам знаменитый американский «Томагавк». НАТОвские военные прозвали российскую ракету «испепелителем». Ее характеристики до сих пор военная тайна. Даже дальность полета, по данным из открытых источников, от 1500 до 2500 километров. Может нести до полутонны обычной взрывчатки или ядерную боеголовку. Мы применяем современные высокоточные боеприпасы, а их комплексное применение в сочетании с высокотехнологичными системами обеспечит высокую точность попадания в цель. При этом максимальное отклонение не превышает 5 метров.
Хочу со всей ответственностью заявить, что нами не рассматриваются в качестве цели объекты, находящиеся в населенных пунктах. Каждому удару предшествует длительная и кропотливая подготовка. Эффективность такого оружия сегодня испытали на себе боевики группировки «Исламское государство». Если взглянуть на карту, прежде чем достичь целей в Сирии, крылатые ракеты «Калибр», пущенные из акватории Каспийского моря, должны были пролететь над территориями Ирана и Ирака. Применение корабельных ракет было предварительно согласовано с военным руководством этих стран через координационный центр в Багдаде, созданный при участии России, Сирии, Ирана и Ирака. Сегодня же в разговоре с министром обороны президент отметил необходимость тесного взаимодействия российских военных и представителей так называемой «западной коалиции», которые вот уже около года наносят удары по лагерям ИГИЛ. Министр обороны доложил главе государства также о том, что уже состоялись первые консультации с турецкими военными. Прямой контакт понадобился после того, как несколько дней назад российские самолеты, проводя операции против ИГИЛ на севере Сирии, на несколько секунд оказались в воздушном пространстве Турции. Чтобы избежать в будущем подобных недоразумений, военные двух стран теперь смогут в любой момент обмениваться информацией по постоянно действующим каналу связи. С просьбой о сотрудничестве по координации действий против экстремистов к России обратились и Соединенные Штаты. Кроме того, Владимир Путин поручил сегодня военным также по возможности наладить взаимодействие и с представителями так называемой умеренной оппозиции в Сирии, к чему Россию призывают западные страны. Но для начала представителей этой самой оппозиции еще надо отыскать. Также поиски умеренной сирийской оппозиции продолжаются. Российские военные синхронизируют все свои действия с командованием сирийской армии Башара Асада, которая благодаря помощи с воздуха в последние дни перешла к активному наступлению на позиции террористов. Михаил Акинченко, Павел Рудаков, Светлана Баркова, Первый канал.